Он вообще не чувствует меня. И я жила там, как птица в клетке. Но все-таки, знаешь, собралась, подошла к нему и сказала: «Пап, мне не нужны твои деньги. Все машины, бриллианты, мерседесы. Я всего должна добиться сама». И ушла. Круто. И сейчас вот снимаю хату, рисую потихоньку. В каком стиле рисуешь? Да, вообще в разных стилях. Ну, такие, знаешь, более пастельные тона. Вот в таких я люблю. Просто очень трудно объяснять человеку, который в этом не разбирается. Слушай, а может уже встретимся лично? Сходим куда-нибудь? Ну, давай. А куда? Судя по теме, на выставку. На выставку? Я тогда заеду с тобой часиков 6. Нормально? Ну да, вроде нормально. Заезжай. Спасибо, спасибо, спасибо! Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец! Я молодец! Водил меня Серега на выставку. Я прима и звезда.